Царю небесный, утешителю души истины, ниже небесный, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, прийти все бессерны, и очи себя всякие скверны, и спаси блаженно. Сердечно приветствую всех членов Священного Синода на заключительном заседании Синода в истекающем году. У нас сегодня достаточно обширная повестка дня, которая предполагает завершение многих тем, которые мы изучали за последнее время. Это коснется, как некоторые вопросы коснутся, деятельности синодальных учреждений. Нам нужно будет подумать о решении значительного количества кадровых вопросов, а также связанных с изменениями, некими изменениями в церковной структуре. Я имею в виду, появляется необходимость создания новых церковно-административных единиц в дальнем зарубежье. Поэтому мы сегодня все это должны обсудить с вами. Еще раз хочу сказать, повестка дня достаточно такая обширная, поэтому приступаем немедленно к работе.